Питомник растений Велес. Перед вами рододендрон мелколистный. Его махровая форма красивая. Наша отборная селекционная форма. Семенами пересеяли. В таком виде сейчас в красивом контейнерах есть. Шапочкой формируется он. Можно его доформировать обрезкой, еще будет красивее. В зиму лист он не скидывает. Лист сохраняется, в отличие от рододендрона даурского, багульника даурского. Там идет листопадность более сильная, либо практически буквально несколько листочков остается. Здесь же они сохраняются, так зимуют в таком виде, прижимаются и потом раскрываются. Цвет также разный. У багульника он идет зеленый кожистый, такой жестко кожистый, более большие листы. Здесь же лист небольшой, цвет у него коричнево-зеленый, с блесками, с красивыми, на солнце переливается. Любит рододендрон даурский влажные почвы, сильно влажные почвы, вплоть до болотистых, кислые, возле хвойников. Также может рядом с голубицей расти и с другими растениями, которые любят такие же условия. Из хвойных это ель, кедр, пихта в каком-то роде тоже туда проявляет активность. Вот. А багульник даурский, рододендрон даурский, все-таки любит умеренную влажность, потому что он в природе растет возле сосновых лесов, на песчаных почвах либо суглинках. Также там он на кислых развивается, только они более такие сухие, умеренно влажные. Вырастает данный рододендрон размером невысоким, до метра, за редкость 1,20 м. Красивой шапочкой в соцветии, в отличие от багульника даурского. У него не одиночный цветок, а их будет около 5, они собраны. Будут вот такие красивые, раскрываются. По размерам чуть меньше получается, чем у багульника, но за счет того, что соцветия собраны, конечно же, будет смотреться более красиво и более большим, пышным таким цветком, хоть и в общем. Зимует превосходно, морозостойкость до 62 градусов, потому что на севере Забайкалья испытания проходил, там у нас морозы очень сильные, без проблем, так как он и приспособлен к условиям Забайкальского края. Вот такая красота. Это новинка 2021 года. Занимаемся мы уже 10 лет, но 2021 года сейчас по всей России начинаем активно им торговать. Если хотите, чтобы эта новинка у вас появилась в этом году, удивить своих знакомых, в коллекцию добавить, самый превосходный вариант будет. Можно будет заказать через наш интернет-магазин питомник-велес.ру, либо на сайте zappitomnik.ru оформить заявку можно через электронную почту по номеру телефона, либо в интернет-магазине заявку оформить и произвести онлайн-оплату, и вам уже отгрузит. Отгрузка происходит в июне, потому что это растение у нас позднее, оно долго отходит, и климатические условия у нас поздние, и вплоть до конца октября. Заявки принимаем круглогодично, формируем очередь на отправку. Отправляется, если несколько штук, то это в основном в коробках. Если же оптовые заказы, то делаем специальные ящики деревянные на палетах и отправляем. Оптовики у нас часто заказывают багульник даурский. Уже довольно-таки несколько лет. В основном это Санкт-Петербург, Москва. В Москве у нас есть и собственный представитель, который занимается нашей продукцией. Обращайтесь, контакты мы тоже дадим. Заказывайте, будем рады вам отправить. В любую точку России отправляем. Навык у нас отправки очень большой, также 10 лет и более, без проблем, в любую точку России, в любом количестве.